во-первых, я скажу, это первая официальная игра была. Вот, все-таки и напряжение чувствовалось у ребят перед игрой. Первая, ну как официальная игра, еще раз повторюсь, вот, чувствовалось напряжение у ребят. Ну, так скажу, что через игры они еще тяжеловаты немножко, ребята, после сборов. Еще особо не отошли, по движению-то видно было. Но по самоотдаче, по желанию победить в сегодняшней игре у меня вопросов нет к игрокам, а и изначально не могли быть вопросов по этим двум компонентам. В игровом плане, да, будем работать немножко. Есть над чем работать. И в том году было, есть над чем работать. И в этом году будем работать. Самое главное, что есть над чем работать. Ну, у него проблема с задней поверхностью бедра. Потом доктора занимаются. Может, завтра уже будет ясно, послезавтра на днях, что там. Ну, дай Бог, чтобы, наверное, серьезная травма была. Но мы просматривали все игры, и товарищеские, и официальную за Суперкубок игру с ЦСКА. Так что хочу поздравить «Зенит» с выигрышем Суперкубка России, во-первых. Мы ожидали, да, они по сравнению с тем годом немножко изменили игру. Как уже кто-то писал, что стала более командная такая игра.